Совет Федерации России официально назначил президентские выборы на 18 марта 2018 года. Решение сенаторами было принято единогласно. Теперь партии могут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы организуют собрание групп поддержки. Сегодня прошло первое заседание регионального штаба по подготовке президентских выборов. Аналогичные штабы должны появиться во всех муниципальных образованиях и городских округах. Очень важно для нас добиться того, чтобы выборы стали инструментом дальнейшей консолидации общества. Особенно важно, чтобы все избирательные кампании проходили прозрачно, честно, не допуская раскачивания общественно-политической ситуации. На территории Ульяновской области будут функционировать 982 постоянных и 7 временных избирательных участков. Последние разместятся в воинских частях и медицинских учреждениях. Обслуживать выборы будут почти 9 тысяч человек, а своим конституционным правом смогут воспользоваться более миллиона ульяновцев. Не обойдется избирательная кампания без новшеств. В этом году нас ожидает новая такая технология голосования, голосование по месту нахождения. Это совершенно для нас новое. И для избирателей, и для участковых, и для территориальных, и для нас, собственно говоря, как комиссии. Поэтому нам еще необходимо будет обучиться этой процедуре. Голосование по месту пребывания пришло вместо открепительных удостоверений, которые были неудобны и вызывали массу критики. Воспользоваться новеллой можно будет, подав заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ или на портале госуслуг. Еще одно новшество – участие в выборах в качестве наблюдателя и представителя общественной палаты. Соответствующее соглашение было заключено как на федеральном, так и на региональном уровне. Это поможет обеспечить общественный контроль над выборами и добиться большей прозрачности избирательного процесса. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.